Всем привет! Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая часть солнечного диска. В середине декабря произойдет полное солнечное затмение, которое завершит 2020 год. 14 декабря 2020 года в 19 часов 17 минут по Москве или же в 16 часов 17 минут по Гринвичу произойдет полное солнечное затмение. Максимальную фазу данного затмения можно будет увидеть на юге Южной Америки, а также в Антарктиде, а частную фазу в Чили и Аргентине. Затмения Солнца оказывают негативное влияние на психику и здоровье человека, поэтому за неделю и 7 дней после усиливаются хронические болезни, обостряются уже имеющиеся. Возможно заболевание сердца и кровеносной системы. Также будут наблюдаться скачки давления, и все недолеченное вылезет наружу. В эти 14 дней до и после желательно отслеживать все происходящее, новые планы, разговоры, поведение людей и так далее. Любое действие имеет огромную значимость. Вы сможете разгадать много тайн и найти выход из тупиковых ситуаций. Все, с чем вы соприкасаетесь в этот сезон затмения, будь то это люди, вещи или эмоции, все становится неотъемлемой частью вашей жизни на очень длительное время. Люди, которые будут появляться или возвращаться в этот период, нужно будет их тщательно проверить, зачем они вернулись к вам. Например, чтобы вас проверить или чтобы изменить вашу жизнь. Солнечное затмение больше влияет на внешний план событий, а лунное на подкорку, то есть на психику. Обостряются восприимчивость, ранимость и интуиция. В это время дети могут истерить, быть непослушными, плохо спать, не слушаться и вступать с вами в протест. Много ДТП на дорогах. Водители невнимательны, вспыльчивы и часто нарушают скоростной режим. И еще очень много пьяных людей. У людей, имеющихся отклонение психики, наступает обострение. Они больше гневны, взрывные эмоции преобладают и так далее. Будьте аккуратны и не провоцируйте их. То, что было обдумано или задумано весной или в начале лета 2020 года, вскоре воплотится в жизнь. Перед вами будут открыты новые перспективы и новые пути. Поэтому теперь вы знаете, что будет происходить в эти дни, в дни солнечного затмения.